тому назад вы выступали в отеле «Ромада», потом в «Атагенте», по системе модели финансов. На то время я один бизнес закончил, то есть по законным соображениям, да, там государство было. И я мог себе позволить два ваших тренинга. Второй тренинг был 60 тысяч в тенге. Третий я хотел к вам пойти на наставничество, но тогда у меня не было вот 3000, если не ошибаюсь, который годовой был тренинг ораторского искусства. На тренинг. Я долгое время как бы сам практикую, что преподаю по образованию, по системе образования, по бизнесу также. Но после этого тренинга я не знаю, что поменялось. Я постоянно смотрел вас в YouTube, это долгое знакомство было с вами, о вашей деятельности, о вашей жизни в целом. И что-то поменялось внутри, честно. На данный момент я жил в Нью-Йорке, и в то время, если у меня было где-то 1500 долларов доход, сейчас как-то, ну, не меньше 25 тысяч долларов я зарабатываю, слава богу, каждый месяц. В Ташкенте я с Нью-Йорка купил билет и вот как бы прилетел лично. Сейчас как бы, в Америке у меня также по преподаванию, я вас очень часто цитирую. Вы говорили про козу миллионершу, я часто рассказываю про лошади миллионера, который катает 5 минут и получает 50 долларов за 5 минут. Выразить огромную благодарность, что когда я сюда приехал, я спрашивал всех своих знакомых, а вы знаете Мурата Владова, это такой великий человек. Нет, не знаю. Я говорю, у вас этот человек есть. То есть у вас он проводит тренинг, как вы его не знаете. Даже одну девушку встретил, которую с вами как-то раз разговаривал. Говорит, да, разговаривал, было. А что, он такой великий? Кто-то в то время не смог себе позволить купить книгу. Ну вот, диск, да, то есть молодец. Подарок диска, слава богу, сегодня приобрел. Сразу же, да, и это нечто, то есть. Спасибо, дорогой. Спасибо вам большое. Спасибо.